Всем привет, ребята, как всегда, Лазарь, сегодня у нас будет новая серия погони от подписчиков. Кто не понял, я буду текать от своих подписчиков, которые стоят уже там, они полностью готовы. Машина моя заряжена, ну не сильно заряжена, но прям такая нехилая. Сегодня мы катаемся на оффроуде, то есть я не могу выехать за пределы карты оффроуд. То есть я все время тут буду ездить и никуда не могу удрать. Какой подписчик меня догонит, тот получает 100 косарей. Но это только в первых раундах, потому что, блин, потом лимит, знаете ли, если снимать по 5 раундов, то это будет очень мало, поэтому ну, конечно, извините, подписчики, ну, блин, у меня лимит, если честно, только 500 тысяч, а это только, сколько это получается, 5 раундов, да, получится, но это мало, реально, давайте раундов 10 сегодня запишем, ну, или хотя бы 7-8, вот так где-нибудь. Ладно, давайте показываем смайлики и тогда погнали. Блин, а куда мне сейчас ехать, если честно, я вообще не знаю. Короче, давайте расскажу вам про свой рейнджик. У него где-то 800 или 600 лошадок, где-то 820. У подписчиков машины до 650 лошадок. Да блин, капец. Я встрял жестко, они что там? Они еще даже не выехали так. А нет, они прям жестко выехали. Ё-моё, что у меня карта так немножко соврала в начале. Так, ну короче, подписчиков машины слабее, но это потому что, чтобы я мог от них уехать. Да что это такое, пацаны? Не понял, что застрял? Стоп, это самая тупая смерть в аниме. Не понял, блин. Таренш, ты серьезно? То есть я сейчас застрял на дереве? Все, меня споймали, пацаны, но это самая тупая смерть, если честно, была, пацаны, ну реально, ё-моё, просто застрять на дереве, повиснуть, ё-моё, это что такое раньше, вообще какой-то не едет, если честно. Итак, ребят, у нас второй раунд, я, кстати, перевел тому челику уже 100 косарей, я взял новую машину BMW M2 на ней, 1600 лошадок, но, ребят, посудите сами, она очень низкая, смотрите, какие там у собов машины, то есть все высокие, я могу застрять, плюс у меня еще нету резины, но в любом случае не стал, там челик какой-то стоит, так не понял, что за наблюдатель стоит. Так, ну, ребят, я не знаю, какая у меня тут резина стоит, я даже не посмотрел, по-моему, спортивная, но что-то там стоит. И я, ребят, очень сильно занижен, я не знаю, как я сейчас буду уезжать от них, потому что это реально очень жестко. Так, давайте сюда попробуем, ой, да блин, я уже споткнулся на камне, серьезно, не понял. Так, выезжаем, не, ну блин. Так, все, быстренько свалим отсюда, так. У них все джипы просто, ленд-крузеры там, такие большие тачки, джипы спокойно меня догонят, если честно. Поэтому надо текать, они там все еще до сих пор, да? Ага, так, ладно. Давайте тогда сейчас куда-нибудь заберемся, я даже не знаю куда. Так, тут камни, блин, не-не-не, да... А, фух, забор прозрачный был, это хорошо, пацаны, спокойно проскочил. Так, давайте сюда заберемся, попробуем, опа. Так, что, у меня машина заезжает сюда, да ну нафиг, на спортивной резине я еду. А как BMW это делает, у меня резины на ней нету, и чё, блин? Я даже выговорить это не могу, ну блин, реально спайдермен какой-то. Так, вон они, пацаны, едут. Два джипа, ой, прям жесткий джип там едет. Он прям по всем кочкам сейчас проедет. Это капец страхово. Так, ладно, давайте сейчас стартуем уже по-тихенькому отсюда, потому что мне сейчас будет, наверное, попа. Потому что реально джип такой, что он меня на езях, наверное, догонит. Так, только бы двигатель не сломать, это самое главное. Да блин, я еще и бочкой полить. Да как, блин, я только сказал про двигатель, уже, блин, он у меня сломался. Че это за дичь так? А, стоп, меня там челик коснулся или нет? По-моему, нет, пацаны, там, по-моему, он не коснулся, но... Ой-ой-ой, не понял. Ай, меня коснулись, пацаны, да что это такое? Итак, ребят, у нас новый раунд, я все еще на BMW M2 челиков. Сколько у нас там? 4 челика было. В прошлом раунде было, конечно, побольше, но все равно они прям жесткие. А нет, там не 4, там их 6 где-то штук. Так, все, давайте показываем смайлик, пацаны, потому что реально страхово, ладно, я не готов. Ладно, все, давайте, короче... Показано так все и стартуем просто. Ну это жесть. Даже не хочется нажимать на смайлик, они стартанут как бешеные. Ой-ой-ой, закрутило, это плохо. Так, стартуй, бэха, пожалуйста. Так, пожалуйста. Куда бы сейчас уехать? Давайте попробуем сюда. Ой-ой, тут камни, да блин, деревья. Нет, не-не-не, да куда реально ехать? Я не знаю, пацаны, что за дичь. Так, тут есть выезд? Вот, выезд, все нормально, спокойно. Так, давайте сюда проедем. Так, а если мы зайдем в воду, нас ты пыхнет или нет? Это у меня вопрос тут. Ой-ой, хорошо полетел, пацаны, тут такая местность. О, джип же самый жесткий едет, капец. Вот этот джип, не знаю, может запретим его в следующей как-нибудь серии, если будем на оффроуде. Да стоп, я застрял, что ли? Да ну нафиг. Так, короче, ребята, у нас четвертый раунд, я вернул Range Rover, потому что он более-менее хотя бы как-то едет, бэха, она реально занижена, хотя Range тоже занижена, но я пробовал его поднимать, он как бы переворачивается. Челиков у нас 3, многие повыходили, но это к лучшему, потому что эти 3 челика, они меня все равно смогут догнать, как я понял. Так, давайте посмотрим, тут местность, куда мне сейчас заехать, может направо поедем,
Я вот, если честно, не знаю даже, куда мне ехать. Ладно, давайте показываем тогда смайлик. Вот так, и погнали. Так, все, стартуем. Тапочку в пол. Вот куда мы там сейчас так уехать, чтобы меня не споймали? Я даже не знаю, если честно. Давайте попробуем сейчас налево вот так вырулить через эту гору. Опа, опа, пацаны, нормально так полетел. Опа, опа, черик. Так, все, нормально, нормально. Ой-ой-ой-ой. Нет, ну бочечка, ну блин, почему так? Все нормально, нормально, едем, едем. Пацаны, рейндж такой как-то низкий. Если его завысить чуть-чуть, то он будет жестко переворачиваться. Поэтому, ой, там черик летит, да, нормально. Но пока что, пацаны, уезжаю, пока что нормально. Так, давайте сюда и выберемся, вот так осторожненько. Ой, капец, заносит. Но у меня на рейнджике оффроудная резина, специально я поставил, потому что реально было бы невозможно от них уезжать, если бы у меня не было резины. Так, давайте сейчас заедем вот туда наверх. Тут что, дорога есть, если честно, не знал про эту дорогу, если честно. Так, давайте вот так. Блин, я немножко споткнулся. Где они? Я их, если честно, сейчас не вижу. Вот. А, их нету, все нормально. Так. Так, давайте назад. Давайте вот так вот, вот так вот. Где, стоп, а где они? Чё я, блин? Я их даже на карте не вижу. Ой, да кто это дерево сюда вписал? Чё? Откуда это дерево вылезло тут, пацаны? Да, ну, покажите мне разработчик, который втыкнул прям точь-в-точь туда, куда я буду, ну, проезжать, как бы. Так, там челик на ферри едет. Ну, на ферри тут, если честно, туповат ехать, потому что тут, как бы, слишком низко для ферри, если даже раньше не может ездить. Так, быстренько, вот так проезжаем. Опа, 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 все идеально. Пацаны, такой шикарный выпуск. Посмотрите, какой у нас тут вид на гору. Ой, это я зря сделал. Вот это я зря сделал. Вот это, пацаны. Я не коснулся, пацаны, я не коснулся. Можете даже повтор вот посмотреть. Я не коснулся просто. Там был миллиметр, но не коснулся. Но все равно меня споймали, поэтому песенка недолго играла моя. Все равно меня споймали. Да ё-моё, что ж я буду делать? Итак, ребят, это у нас новый раунд. Это, по-моему, уже пятый или это шестой, пацаны. Кто считал раунд? Раунды. Вот подскажите в комментах, тайм-код киньте, и какой это раунд, я, если честно, забыл, по-моему, пятый, или это четвертый, хрен его знает, если честно. Так, пацаны, давайте сейчас реально возьмем себя в руки и просто уедем отсюда. Так, нам от первого лица ехать или как? Ладно, давайте покажем смайлик и погнали, пацаны, короче, все, стартуем быстренько. Так, Range Rover, пожалуйста, куда будем нам сейчас уехать, они везде тупо меня могут словить. Вот я, вот давайте вот так опять попробуем, только не туда прыгнем, а сюда. Ой-ой, опять, не, пацаны, тут, наверное, для бездорожья нужен крузак, но я в этой серии уже не буду менять машину, потому что будет неинтересно, когда я постоянно меняю машину, только чтобы уехать от них. Пацаны, ну как так? Меня споймали в том раунде, как я только выехал со старта. Что это такое? Там вон три челика у нас. А, да, это все те же челики. Многие, конечно, повыходили, но, пацаны, даже эти три челика, они такие жесткие, что спокойно меня догоняют. Там вот этот джип, который красный, он прямо реально какой-то щитовый для бездорожья. Видите, как он меня спокойно просто догоняет? Где мой рейнджик застреет или переворачивается, тот красный джип просто спокойно берет и меня догоняет, где бы я ни был. По любым кочкам тупо проедет. Поэтому, ребят, давайте, если мы будем снимать такую же серию на этом бездорожье, то я запрещу полностью вот этот джип. И, ну, я думаю, чтобы все взяли, например, какие-нибудь бэхи, седаны или вот такие рейнджи, как у меня сейчас, они не сильно читерные. Давайте сюда и уедем. Надеюсь, я двигатель сейчас не сломаю. Так, не, вроде норм. Так, давайте еще поговорим. Ну, в любом случае, надо вот тот джип красный убрать, потому что он реально читовый такой. Он просто везде едет. Там чё, чел на крузаке едет? Ой-ой-ой, капец. Ну, блин, ну чё ты переворачиваешься? Ну, рейнджик, ну да. Ой-ой-ой, там челик чуть не коснулся до меня. Ой, капец, прямо жестко было. Так, давайте сюда. Опа, пацаны, у меня идея. Давайте сюда, у меня резина же уфрон. Да, он прям тащит, чё? А как рейндж это делает? Я по стене почти еду просто. Склон такой. Опа, опа, пацаны, смотрите, как удачно встал, пацаны. Вот это дерево удачно. Спасибо, что сюда его влепили. Так, ой-ой-ой, покатился, что ли? Не-не-не-не-не. Не-не-не-не, ну блин, ну блин. Ай, все, меня коснулись, пацаны. Там было касание, короче, ё-моё. Так хорошо, если бы у меня там рейндж не скатился. Ой, чё я подлетел, да капец. А, на 104 даже еще челик на Porsche Cayenne не зашел. Итак, ребят, у нас новый раунд. Кстати, я хотел сказать, что два раунда я дал деньги тем, кто меня споймал, а на третий я уже не смог, потому что мне выскочил лимит. Хотя, ну, дал только 200 косарей, а как бы для лимита надо 500 косарей. Но я не знаю, пацаны, это уже баги КП, это, к сожалению, карпаркинг, я тут ни при чем. Я реально скидывал деньги, но у меня высветился лимит. Но в любом случае уже больше, чем 5 раундов прошло, поэтому гоняюсь я просто так для души. Кто меня споймает? Я не знаю, пацаны, из-за лимита я не могу тупо дать им деньги, потому что как бы, ну, им не интересно просто, они догоняют и все. Ну, хотя они ко мне в ролик попадают, может, это интересно на самом деле, я не знаю. Но надо какие-то выигрыши придумать, машины
давать не смогу сильно, потому что у меня машина, ой-ой, капец, я покатился, даже не хотел сюда ехать, я хотел повернуть, а я скатился сюда. Если машины, ребят, раздавать каждый раз, то, ну, как бы, у меня у самого, если честно, весь гараж опустеет уже, блин, за первый ролик. Это сколько, один ролик, 20 машин отдать? Вы шо, пацаны, не, так не сойдет. Вот деньги не могу, машины, деньги могу, но 5 раундов. Да, блин, я перевернулся, шо ж такое, ё-моё. А, стоп, там не коснулся. Пацаны, вы видели, как он меня не коснулся просто в том раунде, но там в итоге меня, ну, короче, я засчитал, как коснулось, потому что, возможно, у меня пингует карпаркинг, и просто у челика показалось, что у меня уже коснулся. Так, ладно, все, погнали, пацаны, опа, опа, чирик. Я не знаю, на какую, если для следующего ролика брать тачку. Кстати, пацаны, вот смотрите, какая местность красивая, ну, просто горы такой имбовый, ездите такие, ну, мы едем, как бы. Я снимаю, езжу по таким горам, за мной гонятся там люди, это все прикольно, поэтому, пацаны, влепите лайкусик, вот реально по горам ездить, у меня телефон, ой, точнее, мой гаджет так нагревается прям жестко на этих горах, ну, как бы это горы, думаю, тут у всех телефоны греются, капец, просто, ё-моё, это жесть, что это такое, ё-моё, на ровном месте почти перевернулся, это как так, Рейндж, ты чё, ты с джип, по-моему, или как? Так, опа, чирик, спокойно проезжаем вот так, давайте сюда уедем. Они прямо у меня на хвосте едут, ё-моё, куда мне сейчас втекать от них, я не понимаю. Ой-ой-ой, капец, меня чё это такое, пацаны, меня тупо, ну, бросает прям жестко так. Так, давайте куда-нибудь уедем реально, я не могу никуда уехать. Как? Я двигатель сломал, ударил водительскую дверь, сломал двигатель. КП, ты чё, реально, блин, мотор. То есть, когда я ныряю на рейнже прямо внутрь двиглом с горы, он не ломается. А когда я задел дверь об камень, у меня сломался мотор. Не, ну, в принципе, карпаркинг, что тут удивительного. Так, давайте вот куда-нибудь... Ой, там челик на крузаке! Ну, газуй, ну, Рейндж, ну ты чё, ну, блин! Не-не-не, ну... Так, стоп, он меня не коснулся или коснулся? Не, по-моему, не было касания. Так, погнали сюда. Да, у меня двигатель слом, да... Да что это такое у меня, блин, рулевое застрет... А, ну, пацаны, короче, все, давайте уже сделаем, чтобы они меня коснулись или как. Мне кажется, у меня просто опять пропинговал у челика, показал, что меня коснулся. Тут, знаете, карпаркинг такой, что одного коснулся, а у меня нет. Поэтому, ну, а там челик пишет, что коснулся, поэтому, ну, на самом деле, пацаны, не знаю. Ну, ладно, давайте, короче, засчитаем, как коснулся, короче, и просто не будем ломать себе голову. Погнали, короче, к следующему раунду. Итак, ребят, у нас новый раунд. Кстати, как вы заметили, эта серия у нас долго, поэтому давайте реально влепим лайк. Мы тут сидим, короче, в горах. Для вас это мало, там, для вас минут 15 только прошло. На самом деле, мы тут уже минут 30, и у меня жесть, как нагрелся мой гаджет. Прямо горит огнем, а у нас еще съемки, ну, думаю, еще минут 25 будем снимать. То есть мы по часу даем съемкам, но там просто, знаете, такие кадры иногда. Иногда кто-то мешает. Иногда какой-нибудь агрошкольник зайдет и помешает ролику, там будет, ну, реально вести себя как додик, извиняюсь за выражение. Поэтому, ребят, на съемки уходит много времени, поставьте лайкусик. Давайте сейчас уедем, знаете, куда? Вот сюда, куда я ехал на BMW M2. Попробуем, короче, заехать сейчас на ту гору или куда. Так, тут камни, осторожно, вот это все надо проехать, осторожненько так. Я не знаю, может Урус взять для следующей серии, если вы хотите. Кстати, давайте, сколько, 60 лайкусиков и новая серия в горах, погоня от подписчиков. Ой-ой-ой, жесть, короче. Ну и, короче, как, ну, как вы поняли, я запрещу тот джип, который у челика был, потому что он реально читерный, он для гор слишком читерный, я-то на рейнже еду. Так, стоп, а где? Давайте поверем. Ой, там челик на крузаке уже едет, что ли? Так, надо давать там в пол, короче, отсюда. Да, блин, ну реально, челик, блин, на красном джипе, он меня сейчас спокойно догонит. По карте за мной есть какой-то красный джип уже. Да, вон он, это тот челик, да. Ну реально читер, я не понимаю, как этот джип такой для оффроуда читер, но ну, реально, надо его запрещать в следующих частях. В этой части это еще нормально. Ой, капец, 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 так, у меня двигатель не сломается? Не, он не сломался, чего? А в том раунде я ударил дверей, и мой мотор накрылся. Понимаю, просто логика карпаркинга, ну, как всегда на высоте, короче. Так, давайте сюда пойдем, капец тут, ну, реально. Короче, надо брать крузак мне в следующей части, но на самом деле, блин, ну, тот джип надо реально запрещать. Я думаю, собам реально дать какие-нибудь BMW M5. Что? На камне подскользнулся? Серьезно, Рейндж? Так, стоп, а в воду если... А, меня тпхнуло, блин, вот это нельзя было делать. Так, ой, крузак едет. Ой-ой, прям чуть не коснулся меня. Так, давайте сюда и поедем. И, пацаны, извиняюсь, что я заехал в воду. Я забыл, что если в воду заехать, тпхнет. Я думал, я через нее проскочу. Вот это, блин... Извиняюсь, пацаны, извиняюсь. Но, в принципе, меня недалеко тпхнуло, поэтому нормально. Так, капец, тут горы. Еду прямо по вершине какой-то скалы. Ой-ой-ой, капец. Так, давайте на трассу обратно выйдем. Ой, чё, я двигатель сломала пластиковую коробку, серьезно.
То есть, блин, когда я падаю просто с горы, с 10-метровой горы, давайте, кстати, на нее назад заедем. Когда я с нее падаю носом вниз, у меня мотор не ломается. А когда я задеваю дверь водительскую, или когда я просто сбиваю какую-то конструкцию пластмассовую, то у меня сразу показывает двигатель дамаж. Понимаю, пацаны, ну, КП зашкаливает все время, логика. Ну, как бы, обычный КП, что тут удивляться. Ой, меня коснулись, пацаны, это жесть. Как я так затупил немного, надо было туда не ехать, и я ж видел по карте, что там за мной едут. Ну все, короче, пацаны, давайте тогда заканчивать этот раунд. Итак, ребят, у нас новый раунд, я все еще на рейнже. Там, кстати, посмотрите, к нам еще Toyota зашла такая голубенькая, но тоже, блин, мне кажется, по проходимости будет лучше, чем мой рейндж. Не знаю, как это работает, но рейндж реально для вот этого бездорожья не очень, на самом деле. Так, давайте сейчас от первого лица, что ли, порулим или как? Я на самом деле хз, как ехать. Ладно, давайте погнали, короче, вот так. Камеру настроим, смайлик показываем. Блин, страховано. Ну ладно, все, давайте, короче, показываем, погнали. Я вот думаю долго с этими смайликами, потому что, блин, знаете, хочу показать смайлика, думаю, куда мне ехать сейчас, влево, вправо, на самом деле, хрен знает. Так, а вот реально, куда мне ехать? Давайте сейчас, знаете, куда поедем? Давайте сейчас не поедем по прямой, короче, все, вот так, едем по прямой просто и все нормально. Так, едем по прямой. А что, я вот сюда не ездил? А, у нас тут что ли такое извилистое будет? Давайте сюда и выйдем. Ой, да что это такое? Нет, там Toyota едет. Не-не-не, давай раньше быстрее. Смотри, то карабкаюсь, у тебя же резина офродная. Так, все нормально, нормально, пацаны, проезжаем. Нормально, нормально, так заезжаем. Ой, да не, капец, там джип этот приехал, он капец, читер, он просто так, он свалил, окей. А где Toyota, я не пойму, там... Там у Toyota, кстати, сколько лошадок? 1195, по-моему, или сколько, я просто так случайно заметил. А у нас, кстати, нельзя брать машины и больше, чем 650 лошадок. Ну, именно для подписчиков. А мне можно больше, типа, чтобы я мог как-то от них уехать. Мне ж надо как-то иметь преимущество в своем двигателе. Их как бы много, а я один. Поэтому мне можно брать машины как бы с таким, ну, с числом побольше лошадок, чем у них. Ой, за мной прям на хвосте Toyota едет. Да что это такое, как от нее отстать? Так, стоп, сюда и можно проехать. Давайте, да не, лучше бы я сюда не ехал. Надо ехать, короче, знаете, куда? Поеду вот по этой дороге и все, не буду мудрить голову. Надо сейчас выехать вот по ней куда-нибудь на нормальную дорогу такую. Ой, там их много. А, ну джип самый последний, поэтому нормально. Красный джип, это реально, его страхово просто к нему приближаться. Он сразу такой возьмет и догонит. Поэтому кто куда, я текать от этого джипа подальше, если честно. Так, ладно, пацаны, куда мне сейчас ехать? И вы видите, в какое, ну, реально, попе мира, попе карпаркинга, куда мне сейчас вырулить? Опа, пацаны, я нашел дорогу, да ну нафиг. Так, давайте сюда и падаем. Опа, чирик. Так, нормально, у меня еще двигатель сломался, я понимаю. Когда он, кстати, сломался, у меня не заметил. Или я замечал. А, ну ладно. Ой, тут вода, пацаны, не-не-не. Не, ну рейндж, ну... О, меня тпхнуло, ё-моё, это чё такое, блин? Я не хотел тпхаться, чел на крузаке тпхнулся, и на меня коснулся. Стоп, если... Ладно, пофиг, давайте засчитаем, пофиг, что он тпхнулся, короче. Все равно, как бы, давайте ему засчитаем, потому что... Блин, он вообще по случайности просто тпхнулся. Ну, а вот, ребят, наш ролик подходит к концу. Да, кстати, у этого челика 1695 лошадок. Такую машину нельзя было брать. Но догнал, короче, меня челик вот этот на черном крузаке. Ну, ладно, пацаны, кому серия понравилась, обязательно ставьте лайкусики, выйдет следующая часть. Мы уже запретим вот этот красный джип. Он реально читерский просто, но он везде проезжает. А я везде застреваю. Ладно, пацаны, спасибо всем за просмотр. Желаю всем хорошего настроения и приятных вообще ощущений жизни. Фига я тут желаю. Ладно, всем удачи, ребят, всем пока-пока.